Проект порта в Америтинке называют сложным и многогранным. Его изначально строили с расчетом на перепрофилирование. Свою основную функцию этот объект, как грузовой и торговый порт, выполнил. Отсюда доставляли самые ценные грузы для Олимпиады – всего 5 миллионов тонн. Уже сегодня это полноценная яхтенная марина. Первый этап реконструкции позволяет уместиться 42 лодкам. Договоров же пока заключено 24. Но инвесторы уверены, уже через месяц здесь будет 100% загрузка. Игорь с Алексеем – лучшие друзья. Яхту приобрели ради любимого занятия – рыбалки. Раньше базировались в Кудепсте, но узнав об открытии новой марины в таком историческом месте, решили переехать. Условия приемлемые. Инфраструктура только начинает развиваться здесь. То, что необходимо, первая необходимость – вода, электричество пока присутствует, да. Но остальное, как сказал капитан этого яхт-клуба, что будет развиваться в ближайшее время. Ну, как говорится, Москва тоже не сразу строилась. Пока порт считается многофункциональным, при необходимости принимает и грузы. Ну а уже после завершения реконструкции ворота морского порта будут открыты лишь для яхт. Марина рассчитана на 700 стояночных мест. Планируют здесь принимать и круизные лайнеры. Красивое место, уникальная глубина. Посмотрите, все марины Черноморского побережья, нигде нет такой глубины, которая равна у нас 9,2-10 метров глубина. Мы не ограничены по приему яхт. Порт способен принимать как яхты непосредственно к нашим понтонам длиной от, там, до 15 метров, так и мы можем принимать большие яхты, мега-яхты длиной до 120 метров к нашим причалам. Такой инфраструктуры нет сейчас на Черноморском побережье вообще. Будут принимать в Америтинском порту и заграничные суда. Для яхт с международной пропиской планируется ввести безвизовый режим. Закон сейчас обсуждается на уровне правительства страны. Возможно, программа заработает уже к открытию «Формулы-1». Ну а в целом для удобства владельцев яхт, отмечают инвесторы, причальные сооружения марины выполнены в соответствии с последними европейскими стандартами. Весь проект, он по затратам сейчас, ну, приближается к 5,5 миллиардам рублей. Это только та часть, которую делает инвестор. Просто надо понимать, что для того, чтобы создать такую защищенную акваторию, по сути, в такой сложной ситуации порт укрытия, еще огромная сумма была потрачена федеральным бюджетом, Министерством транспорта, для того, чтобы создать вот тот дальнюю часть мола защитного, который тоже является частью инфраструктуры. Яхтенная марина – это часть морского квартала, первого в России всесезонного курортного района Америтинский. В него входят объекты бывшей олимпийской деревни. Сегодня некоторые из этих апартаментов даже выставлены на продажу. Спрос на покупку оказался выше планируемого. Приобрести жилье здесь можно и с помощью ипотеки. Полное превращение Олимпийского порта в яхтенную марину состоится через полтора года. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.